удар просто потрясающий. Иван Тимошенко через себя забивает. Вот, неплохо, Грузнов. Ну-ка, удар Грузнова! 3-0! Ярослав Кишинник обыгрывает Уфу, Илья Грузнов четвертый мяч зашинит. Грузнов здесь в подыгрыше сначала классно сыграл, потом его классно вывели на ударную позицию и обводящий удар в дальний угол. Что-то от Сали тоже есть, да? Потеряли мяч на плане поля соперника, нужно тут же его возвращать себе, ни в коем случае не откатываться назад. Еще один удар поворотом, и какой красивый мяч забивает Енисей, просто брависсимо! Никита Глушков! 21 минута подходила к концу, и он этим ударом в дальний угол. Уж не знаю, кого там на трибунах мог усыпить, может быть, бдительность защитников Арсенала. Логуа 1-0! Иракли Логуа! Пушечка-то какая от него сейчас! А вот и голы у нас в этом матче. Повязочка-то помогает ему тоже, да, на голове, похоже. Почему бы не попробовать пробить или вот так сыграть Гордюшенко? Удар здесь нужен, выбрасывается Иваньков, скидка! И мяч у Родины остается довести до удара! Какой гол через себя! Мамма мия, Иван Тимошенко! Фантастика какая! 1-0! Гераев это был. Еще удар и гол! Вот это начало для Акрона! Вот это да! И, пожалуйста, Владимир Марухин!